Всем зрителям, подписчикам, привет! Сегодня будем строить теплицу Уральская VIP шириной 3, длиной 8 метров. На вот таком основании она будет стоять из бруса. Пока приехали, раскладываемся и приступаем к работе. Каркас теплицы мы собрали, выставили, закрепили. Сейчас начнем крыть. Поликом. Одна дверь готова у нас. Все, сейчас будем кидать листы, прикручивать. Будет у нас две фрамуги сверху квадратные. Посмотрим, что из этого получится. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Уральская VIP 3 на 8. Дверь с форточкой у нас с каждого торца установлена. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 20 на 40. Основная арка подпирающая 20-20. Покрашена полимерным порошковым способом, цвет шоколад. Имеются у нас фрамуги коньковые. Две штуки, расположены по диагонали. Также имеются диагональные усилители. Каркас стоит на брусе, 100 на 150, пропитан антисептиком. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность, все торцы защищены торцевым профилем. Также имеется резиновый торцевой уплотнитель. Теплица очень надежная, стойкая к нагрузкам. Высокая стенка, очень удобно. У меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы и пишите свои комментарии. Всем пока!